Приготовим лепешки с сыром на кефире. Вот такие ингредиенты нам понадобятся. Я все указала в видео. Продукты, которые мы будем использовать. Зелень можно использовать любую. Обычно используют лук и укроп. Сыр также можно использовать любой. Кефир 250 мл. В него мы добавляем соль, сахар, соду, яйцо. Хорошо перемешиваем. И вносим муку 400-420 грамм. Замешиваем тесто. Тесто делим приблизительно на 10 кусочков. Раскатываем их, как на пельмени. И в середину выкладываем по 1 чайной ложке зелень и сыр. Все формируем в кружочек и проходим еще один раз скалкой. Жарим все на раскаленном масле. Вот такие лепешки с сыром получаются. Всем спасибо за просмотр. Приятного аппетита. До скорых встреч!